Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И для любителей криптомонет, особенно для YouTube-блогеров, как бы, кто занимается видео, у меня монета Litecoin. Значит, у меня на данный момент на балансе 6208 монет, лайков. И я хочу их вывести на биржу Litecoin. У меня есть видео на канале, там и рассказан о регистрации, как бы. Ну а данное видео по выводу. Значит, перехожу на биржу Litecoin. Ссылочку, у кого нет биржи, я оставлю под видео. И как мы видим, у меня вот криптомонета Litecoin. У меня 56 монет. Ограничений на вывод данной монеты нет. Значит, что я делаю? Нажимаю вот вкладочку «Пополнение». И нам пишут: «Внимание! Минимальная сумма для пополнения 1 лайк. Если вы переводите меньшую сумму, она не будет зачислена на ваш аккаунт». Нажимаю кнопку «Да», вы подтверждаете свое согласие с данным условием. В противном случае нажмите кнопку «Нет». Конечно, да. И нам сгенерировался адрес. Нажимаю «Копировать». Адрес скопирован в буфер обмена. Перехожу. Значит, в аккаунт Litecoin и отправить деньги. Значит, сюда получатель вставляем. Адрес. Сюда количество монет. Я буду выводить 6000 монет. Но эту мелочь я оставлю. 6000. Так, точка. 3 нуля. Так, вроде. Значит, комментарий не обязательно. Нажимаю «Послать». Монета успешно отправлена. Идентификатор транзакции. Можно нажать. Нас перебросит. И, пожалуйста, это наша транзакция. Так. Нажимаю «Хорошо». Я поставлю. Давайте я перезагружу страничку. Вот у меня стало 208 монет. Я поставлю видео на паузу. И в районе 30 минут монетка поступит на биржу. Я вам покажу вывод. Прошло, значит, где-то минут 5-7. Монетки мои поступили на биржу. Стало теперь 6056 монет. На бирже их можно обменять уже лайки на USD, на BTC, на Ethereum и вот на это. Это я вот рубли, наверное. Ну, давайте перейдем к рынку и посмотрим. Этого, конечно, мало. Я так предполагаю. Значит, смотрите. Продать лайки за USD. Значит. И что у нас? Вот. Нажимаем. И вот у меня 12 центов. Вот 6000, это вот как бы. Вот. За BTC давайте посмотрим, сколько это будет в биткоин сатошах. Вот интересно, да? Посмотрим лайки за биткоин. Так, за биткоин что у нас тут? А ничего здесь не показано почему-то. Вот. Ладно, баланс. Что у нас здесь? Так, лайки за что у нас тут еще? Ethereum есть. Сейчас все просмотрим. Значит, вставлю. Ну, такая сумма 84635 Ethereum. И там сумма вот эта, я не знаю, рубли, наверное, последняя. Так, лайки. Да. Вот
это? Так. Что не нажал? Сейчас тоже посмотрим. У вас есть 6000. Ну, вот это рубли, наверное. Это 4 рубля, что ли, руб. Вот такая криптомонета. Делаем видеообзоры, пишем видео по своим проектам. Люди нам ставят лайки. И за это нам за лайки начисляются монетки. Кому интересно, присоединяемся. Вот здесь будет находиться ваша партнерская ссылочка. Вы же вот нажимаете мои видео. Вот эту ссылочку вы оставляете у себя под видео. И ставят лайки. Как бы вот это у вас будет как бы под видео ссылочка находиться. И вам начисляют монетки. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Платит все замечательно. До новых встреч.